когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много. Но внимательный будь, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорби, за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорби, за радость. Когда будут печаль и болезни и скорбь, или в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорби, за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется старость. Но всегда ты тверди и тогда говори, слава Богу за скорби, за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорби, за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорби, за радость. Следующая поздравительная открытка отправляется в город Белозерск. И она для вас, уважаемая Валентина Антоновна Курилович. С днем рождения, любимую жену, дорогую заботливую мамочку и бабушку. Вас, Валентина Антоновна, поздравляют муж, дети и внуки. Зима несет природе умиление, горят в глазах счастливые огни. Мы поздравляем маму с днем рождения, в кругу друзей любимых и родни. Ты не считай года свои, родная, хотя воды немало утекло. Всю жизнь свою, усталости не зная, нас согреваешь ласковым теплом. Пускай судьба тебя не баловала, как было трудно, знаешь ты одна. Но не сдавалась ты, не унывала, все, что могла, ты детям, внукам отдала. Спасибо, мама, за твое терпенье, за то, что мир открыла нам большой, за доброту, любовь и все прощенье, за то, что с нами ты всегда душой. Мы пожелать хотим здоровья, чтоб на все тебе хватало сил, чтоб каждый день наполнен был любовью и только радость в дом твой приносил. Уважаемая Валентина Антоновна, хочется пожелать, чтобы ваше сердце всегда было наполнено радостью, а улыбки близких и родных согревали вашу душу. Пусть Господь хранит от бед, печаль, тоска не беспокоит, а каждый новый день приносит мир и гармонию. Крепкого вам здоровья, счастья, много любви, успехов, удачи и, конечно, долголетия. А этот музыкальный подарок звучит для самой лучшей мамы Земли, для вас, Валентина Антоновна. Есть в этом мире большом так много слов важных самых, но среди всех важных слов есть первое главное, мама. Есть месяц других, он важней, пусть это покажется странным. Апрель, родилась в апреле самая лучшая мама. Самая лучшая мама Земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила.
и веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Прости нас за то, что порой бывает тебя обижаем. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама, самая лучшая мама земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты, именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Оставайся такой же красивой, активной и молодой. Пусть будет безоблачно синим небо над судьбой. Желаем здоровья и сил, пусть внуки тебя окружают. И все, что задумала ты, жизнь всегда исполняет. Самая лучшая мама земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты, именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Продолжают нашу музыкальную программу поздравительные открытки, которые отправляются в деревню Липск Ляховического района. И адресованы они вам, уважаемая Людмила Ивановна Брей.